Так что... Так, а вот здесь ответ Словак Юлаева. Хорошая комбинация. Гранлун забрасывает шайбу, подставляет клюшку под прострел от Тему Хартиканина. И у нас 1-1. Здорово. Ну, эти, конечно, ребята прямо с запасом играют. Вот, во-первых, Лисовец сделал передачу так вовремя на Хартиканина. Ну и Хартиканин с неудобной руки точно в клюшку. Вот о чем мы всегда говорим, вот этот последний пас. Последний пас должен быть вот именно такой, чтобы вот игроку, ну, в данном случае Гранлунду, нужно было просто клюшку подставить и все. Ну, это понятно, что это не просто, надо попасть, но тем не менее. Ну, не потому что вот сейчас Скадейкин вышел, он, мне кажется, там какой-то сумбур только внес. Амиров. Передача. Ух, какой хороший розыгрыш. И 2-1. Маркус Гранлунд. Конечно, Гранлунд, он просто такой финишер. Я вот сейчас смотрю по этим матчам, конечно, еще неизвестно, что лучше. Вот если скажут, там, выбирайте либо Гранлунд, либо Умарк, ну, не знаю. Если он так будет играть в сезоне, смотрите, во-первых, передача. Во-вторых, он такой сложный прием коньком. Подработал, сразу бросил. Здорово. Гранлунд набирает очки в каждой игре. Не знаю. Ну, вот если вот это причина вбрасывания, то... Здесь... То, по крайней мере, это работает. Да, это работает. Это работает без всякого сомнения. Манинен. Поперечный пас. Передача и 3-2. Тему Хартиканин замыкает передачу Маркуса Гранлунда. И во второй раз в этом матче выводит Слават Юлаев вперед. Гранлунд 2+1. Да, третье набранное очко. Да, конечно, такой. Ну, там армейцы, мне кажется, не разобрались. Гол. Маркус Гранлунд. Шайбу забросил Маркус Гранлунд, номер 60. Ну, тоже ничего выдумывать не стал. Хартиканин. Если сейчас ты ему забрасывает, то все. Игра будет закончена. Как здорово! Хартиканин Александра Самонова переигрывает. 2-0. В серии после матчевых бросков Салават Юлаев одерживает победу и занимает третье место на Кубке чемпионов.